Очень интересно. О, смотри, какие-то плавают. Ольга. Ольга, Ольга. Пока рыба клюнет, воробьи расклюют. Ты ж прилетел. Да. Давай, забыла с ним. Ручкин, ручкин. Колокольчики. А? Колокольчики. Буквально 10 минут отправления на увлекательную часовую солнечную прогулочку вверх по дому. На часовую, нет? Хотите? Как раз бы мы... Нет, часовая очень нет. Давайте погуляем. Просто... Походим, да? Да. То едем, то... Видно, что тут мост, буёк этот, краб.
головок нормальная. Мы можем зайти, если нет, то уйдем. Что-то уже есть захотелось, да? Заходили. Металлом пахнет, да? Да, пляж Ростовский. Купались на нем? Я купался. Сейчас мост Ворошиловский закрыт, сложновато добраться. Ну, в Черкасске живет, им хорошо. Вот так доехать. Ну, Черкасск. Ну, вот, как мы поедем, вот эту волну надо было более сделать зеркально, чтобы она прям волны так. Темновато, и она там матовая. Матовая, вот, смотри, поесть. А вот кит, это не ресторан? Смотри, они причал. Потом еще эти что? Сделали штучки с подсветкой, разными такими. Угу. Гарпунеры. Адмирал, это самое высшее звание на этом? Флот. На море? Да. Еще есть контр. Да. Да. Ну, это, наверное, адмирал. Слушай, надо бы... Слышь? А? Стень карасит. Княжну заботу бросает? Сейчас думаю. Думаю. Слушай, это туалет где увидишь? Скажешь. Да, хоть и платные. Какие тут бывают?
там, где они стоят. Мы казаки. И даже стоял сначала с этой с бердышем. Да. С бердышем потом этот. Потом Мухтар. Нет. Стоит. Мухтар потом. То был Мухтар, теперь вот. Или посредине который? Посередине современный. Посредине? То, может быть, уже о, до острова мы дошли. Там поворот уже есть. А, вот, этот зеленый, может, мы дошли до острова. Щука, ну, исполни все твои желания. Да здорово, что щучка. Нет, это он, белугу какую-то поймал, видишь, с этими. Нет. Видишь, у щуки нету там такого. Вот что написали, скульптор такой-то, отлито на заводе, ля-ля-ля-ля. Айфончик. Ну посмотрим, как в новом режиме. Thank you.
Однажды в Ростове, да? Ну, Фома, им платят? Ты, конечно, мы поняли твой запуск. Удивить всех, засунуть в кинокамеру. Это лишнее. Это лишнее, пойдемте. Абрахамсон. Да? Так шла, потом молодец в ступеньке. Она есть. А увидели, да, когда ты? Да. А вот смотри, теперь на это. Любители меня снять. Давай вот там пойдем, вот корабль плывет. Да? Приятная музыкальная. Старая какой-то причемчик. А, ну там флаги, наверное, какие-то должны быть. Написано Либердо. Какой-нибудь. Да. Слушай, это теперь оттуда поплыли, да? То туда плыли, теперь оттуда. Лихо. А тут видишь, они все тут заставили, только вот одна. Ну да. И он еще плывет следом. Слушай, а хорошо он это дудит, да? Рассекает. Рассекает воду. Почему она не тонет? Пустая. Уже как бочка, я так понимаю. Да. Все равно как бочка. Вон он выплывает, смотри какой. И еще он. Один. Зеленый выплывает. А красный вот или черный? Черный нос, это тот. Ой, смотрите, мама. Радуга, да? Я уже на камеру снял. Пойдем или посмотрим? Попадет тебе на это? Или посмотрим? Сейчас попробует Катя сфотографировать солнце. Я тоже первый раз вижу, чтобы так это, такой круг от солнца. А я постоянно вижу. Постоянно. Да. А, ой, так я не ой один, смотри, ой, вот он выплыл. Зеленый, зеленый в створчик вошел, а он следом на подходе ну, другой. Колонна туда прошла, а теперь колонна назад идет. А это какой-то Гермес. Гермес.
какие у него якоря там, да, торчат. Ленты в якорях. А это у него что такое, лебедочка или что-то такое впереди? Кто-то или кто это? Какой-то кран. Да. Хермес. То мачта. Мачта? Мачту опустил. Низкие эти. Здоровый. Да. Быстро плывет. Пустые, наверное, да? Не погруженные. Особо. Они, конечно. Они из порта погружены. А надо было посмотреть. Вот видишь, действительно, вот он. Те проплыли, на сколько были. Те туда плыли. На Волгоград. Сосать бензин. А вот крокодил у него какой. Тупонос. Это нам кажется, что он тупонос. Отсюда это он такой широкий. Сейчас посмотрим. Не, ну у него ж не такой нос, ну, как у этого. Солдаты. Не, моряки, господи. Моряки. Наверное. Ну да, следи, чтобы он там вписался. Конечно, на мостике тут стоит, вон наверху. Это называется вперед смотрящий. Там стоят все, как положено, капитаны. Это... Давайте не будем смотреть сейчас. Да, пойдем потихонечку, сейчас он доплывет, или же можем идти. Да, пойдем, мы к нему подойдем. То есть, его прям пишет, добро пожаловать на завод. А? Девушки хорошие бывают, но могут и ногами. Дождики всю землю поливают, льди летают каждую из них, девушки хорошие бывают, не в одном расстроении. Но играть не стану я в Молчанка, буду вся хорошая сегодня. Молчанка, все союзные. Молчанки, люди все союзные.